подробнее, как это получается. То есть, вот мы знаем, что для описанного четырехугольника суммы противоположных сторон равны. Но противоположные стороны мы произвольно выбрать не можем. На самом деле, тут единственный вариант – это DC плюс AB. DC плюс AB равно AD плюс BC. Поскольку мы понимаем, что нам нужно найти среднюю линию, давай мы обозначим вот это за x. Тогда средняя линия у нас будет равна x пополам. То есть, если мы найдем величину x, то, значит, все, задачка решена. Вот в силу этой теоремы AD плюс BC тоже равно x. Теперь периметр, который равен 84, это по определению сумма просто всех сторон. AD плюс DC плюс CB и плюс AB. Но мы видим, что раз мы сумму всех четырех сторон взяли, то у нас в ней два раза присутствует вот DC плюс AB. А значит, DC плюс AB, вот оно, это x, один раз x. А оставшееся CB плюс AD, это еще раз x. Да, то есть, в принципе, изначально у нас x там, неважно, что назвать x, главное, что они равны. Значит, AD плюс CB – это тоже x. И получается, что 84 равно 2x. 2x 84 равно 2x. Тогда x – это 42. А после чего еще надо не забыть еще раз на 2 разделить. То есть, DC плюс AB. DC плюс AB пополам. Равно x пополам, равно 42 пополам, 21. Слава богу, здесь вычисления простые. Вот сейчас понятно?